Конечно, с итальянской работой не сравнить, но для Восточной Европы неплохо. Убеждали, что это 14 век, но, судя по материалу, начало 15-го. Хозяин просил 10 тысяч. Пока не узнал, кто покупает. Ах, мистер Ван Хельсинг, мой лучший клиент. И сбросил цену. Уступил за 5. Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.